Емельян, представляешь? Моя вечером уснула, значит. Я пошел не спится, думаю, проверю самогонку. В тот раз на Новый год себе нагнал 3 бутылки. Прихожу, смотрю. Ни самогонки, никого. Ограбление. Новосей плей. Что видишь? Есть раз одна улика, Емельян Степанович. Пустая бутылка. Внимательней смотри, внимательней. Чего еще видишь? Ну все, Емельян Степанович, больше ничего нету. Да как ничего-то? Внимательней, говорю, дыбарь. А Петрович, он стоит на потолке низкий. Тут гораздо шире нужно смотреть. Тут не нужно смотреть, как сиплый. Тут не нужно смотреть, как Петрович. Даже как я не нужно смотреть. Тут просто все глубже. Тут нужно смотреть, как маньяк. Как серийный вор. Это же 7-й случай. Ёба мать, а. Он же так всю самогонку с деревни вытащит. Понятно. Так. А? И о чем это говорит, Емельян Степанович? А я чувствую, Петрович, ты гонишь? А я всегда гнал, гоню и буду гнать. Ну, сгоняй тогда, заводной, да будем проводить расследование. Сиплый, чё видишь? Да перекрылись вы, Емельян Степанович! Вот! Я перекрылся! Человек деньги заплатил. Бутылку видишь? Чё? Бутылку видишь? Нет. Она есть. Где? О. Точно. Точно видел, Степанович. Уже ночь, Емельян Степанович, что будем делать-то? Чё я эту бутылку таскаю? А? Чё-то холодно. А, погреться. Печечка! Емельян Степанович, что мы сюда пришли-то? Заткнись. Хорошо! Кто-то затопил! Тепло здесь! Емельян Степанович! Нас дело ждет, Емельян Степанович! Oh.
не сделано! Ну! Я же говорил, сделано дело, ё-моё! У Петровича самогон он убойный, понимаешь? Он крышу нахер сносит! Емельян Степанович, так вы думаете, это маньяк тут? Конечно! Ты зайди вон в предбаннике-то глянь! Емельян Степанович, это же все он! Смотрите, сколько бутылок, Емельян Степанович! Ну, как вы догадались-то, Емельян Степанович? Это мой метод, сиплый! Фирменный, знахурский метод! Молодец, Емельян Степанович! Подождите! Что? Ну, а что вы будете с ним делать? А то, что делают с обычными маньяками? Убьете, что ли, Емельян? Ну, ведь он никого не трогал! Хуже! Я его закодирую! Это, подай-ка...